я на дороге. А не на простой дороге. На дороге, вокруг которой кругом свалки. Потому что вниз полей можно даже найти иногда нужные вещи. Вся Русь, как говорится, на свалках. Можно было бутылок побить, но не... Ой, бля, ну неохота время тратить. Да и не Да и пошли вы. Нет, у меня память показывает эту бутылку. Я на дороге, ведущей к... Мягкопатью и Липовце. Раньше вдалеке Липов напоминал древнегреческий амфитеатр, Акрополь. А сейчас ему остались только балки, снесены вот эти перекрытия. Чух-чух, такие трюки. Поэтому там что-то увеличивать нет смысла. Солнце. Я не помню, что там. То ли крыши домов, то ли что. Не, ну если была там машина, у меня в глушнике. Тут люди приезжают, что-то отколачивают, копают. Вот это очень стрёмная вещь. Идем мы прозвали. Снег сошел. Я отправилась, если тут появятся люди. Но постараюсь пошустрее, поэтому. Где вот так мимо вот и колеи. На развалины свинокомплекса. Только сначала покажу, что здесь. Они далеко всего лишь асфальтированы, да, я за папа отсюда. Вот такие вещи здесь встречают. Провода. Раздолбаны детали. Это от какого-то сетника, что ли? Я не понимаю, от чего это может. А диск от чего? Может, телефонный аппарат? 1, 2. Зачастую камни. Это была арматура бетона. Вот такие свалки. Вот такая фигня. Вот такая. Сколько в России гнилых досок может быть? Дело посетить. Нет, нет. Нужно линии, да. Чтоб через вот, телефон. Ну, через телефон можно было фоткать нормальные, даже плоские фотографии. А то у меня
зеленоватым оттенком, они такие страшные все получат. Разрешение надо им. Просто. Точнее, четкость. Березки, откуда просвал. Это же не у меня дома. От машин тут всякие. Что тут? Они все сюда сходят. Ладись. Еще там. Еще просто там вообще хомуты идут. Лошади. Телефон. Я потом. Как нам вот это вот? Я иду не по советским развалинам, по комплексу. Свинокомплекса. Чего только нет, можно пленку найти на парню, только было. Что оно вообще? Я в 2006 году, когда обнаружил первый раз, мне было 17, думал, что это вообще заброшена военная база. Первый раз в полях. Вообще первый. Некоторые, походу, заговорят, первый обнаружил просеку в лесу, там, а второй вот здесь стоят только такие столбы, бетон, крыш уже нету, все снесено, как я первый раз, у меня две фотографии, 8 и 12 их, здесь канал. Это хотели для свиней делать всякие перегородки, но сейчас все развалено. Такое вот все. Игра Акрополь, похоже. Входим непосредственно в свинекомплекс. На территории. У нас у кого-нибудь есть съемки свинокомплекса? Я вот что здесь так. Каналы, наверное, свиней хранить хоть. Или держать. Или еще. Вот так постепенно будем скрывать все глубже, оказывается, в интернете. Все сброшено тут. Сейчас опишу, что тут было. Вот. А то приедут, блин, на Марсе. Тут такие были треугольные арки. Такие далеко шли над этими каналами. Вот эти столбы стояли прямо бетонными, подпирали арки, которые вон от одного кольца и до второго. Такой Акрополь была сейчас. Они сносят все больше и больше. И город. Похоже, как Сталкер, Припять, Водомерки, Припять хоть, вот она, Водомерка. И это Запаповский Боровичий такой, Боровичский. Осенью хотя бы еще что-то. Нифига не насносили, я сам не... Вот все, что осталось от треугольников, этих перекрытий. Они крышу, наверное, в 80-х не успели строить, бросили советский проект свинокомплекса. Ржавый отбор. Собаки лают, это, наверное, спапа. Арматурина. Все, кто здесь был, все сразу все узнают. Разрушитель. Он так живописно смотрелся. А
Акрополь среди русской природы, а тебе ни крыши сверху нет, ничего. Вот, вот небольшие островки стенок. Вначале все было перегорожено, а сейчас все упавшее. Я не хотел увеличивать, чтобы вот здесь остались. Я под дождем прятался под бетонной плитой, наклоненной такой к стене. Всегда безопасно. Ну все, на 3 месяца. Мне кажется, этого достаточно, чтобы посмотреть, что видно вокруг. Похоже на развалины военные. Как будто война пошла. И стройки, и война похожа очень. Тоже осколки какие-то. Кто еще кроме меня запечатлевает свиной комплекс? Хотя бы то, что от него мы. Главное, чтобы не было. Я хочу еще дальше, где крест на холм. Тут уже ёлочки прилетели, семена растут на фоне. Мать и мать. Арматурный, это вот и был. Это перекрытие треугольное. А это там частица второго. Вон тут всякие, что тут. Вот так и стояло треугольное наверху. Так и ниже. Это вторая попытка к узкому боку дойти. Да. Не прорывает. Я не настолько разговорчив, как Дмитрий Томаров. Здесь можно встретить брошенную одежду, например, платки какие-то. Лоскуты. Разрушают потихонечку. Он тут с полным перемешан, уже не помню. Колодец. Капец. Вот вам мир наизнанку. Советские развалины. Советская власть оставила от себя развалины церкви вначале и развалины коровников всяких в конце. Полностью история. А там, где много историй, значит, люди страдали. И тяжелые лишения. Просто история Советского Союза совпала с техническим прогрессом 20 века. Как будто все развивалось, хотя, мне кажется, больше совпало с общей тенденцией. История Советского Союза с общей тенденцией развития 20 века. Это очень сильный комплекс.
90. Туалеты какие-то были. Это деревья тут есть. А ты чё это видишь вообще? Это не комбинезон, это они хотели туалет, наверное, для людей. Где тут всё заросшее? И крыши нет. Вот это будет, если в квартале было финал города. Сталки. О, блин, пошапки. Шапочка уникальная. Зачем не знаю. Вот, остались от легонка. Вот такие столбы. Все остальное лежит. Мальчик из засыпа. Все, они все снесли почти. Пользуем помойку. Вот я вышел. Хотя нечто живописное есть в этой цветастости. Ну и только. Как орел и решка это. Как это называется? Бангладеш самый грязный город в мире. Дака. Свалочники мы. Не могут построить полигон ТБУ. В природу внедряется человек. Да. Ни комплекса, почти ничего уже и не осталось. Ох. Да, на Корее видел за коротким, как машина добывает гравий в одну струю, в другую песочек. Чего не надо увеличивать? Подарка. Самый главный город мира. Опасно. Особенно в этот колок. Я же не знаю его глубины. Вот тут какой-то камень скинуть. Хотя он может быть. Нет, вот полка собирается в его дно. Чуть выше пояса. Детская машинка. Пластинка, она пластинка, а не, это крышка. Фу, блин. Но в этом всем есть что-то живописное. На удивление, даже не знаю,
почему ему по это пало? Вот прям как. Что в этом всем живописно? Мусор в тени. А нет, что-то такое есть. Это как будто человеческие мысли в беспорядке. Вот почему свалка так близко. Это наше мировоззрение, наверное. Здесь поля, леса. А это что среди них человек? Символ. Все так символично. Тоже там ходят ножи какие-то. Ладно. Я не забываю, что если я случайно проведу, то кто-нибудь и не заметит, а так, если делать акцент, заметно все. Вот сколько эта покрышка лежит. Вот они в лесах лежат. Может 10, может, когда я родился. В лесах покрышки какие-то холодильные. Да. Еще раз развалин свинокомплекс. Все, что могу донести. Еще с мать и мачех. Шухер. Машина. Может быть, если сюда это все. Они же все знают. Значит, эти салаты. Почему так близкие слова? Стало для нас пейзажем. Почему все это такая живопись? Можно хоть картину рисовать. Труба похоронили кого-то. Это кто, заяц или медведь? Это монстр. Монстр заяц. Что там еще кого-то что? А нет, это один. Революционное красное что-то. Задний стоп сигнал. Ну и канистры, куда же без них. Если увеличить, то я не вижу, но он там должен такой мутный. Там, по-моему, какая-то дыня была. Да. Здесь дорог хороших тоже и год.
бутылочку покидать. Не, ну что. Планшетка. Кожа. Ну снимай, нет. Нужно найти близкий кирпич. На я что ли? Желательно шустрее, пока никто не пошел, не проехал. Кидаю. Вот к той балке. Лови фашист с гранатом. Дай. До свидания. Я на свалке. Нет, я-то хотел дальше-то идти. За ребёнком. Куртка выкинута. Аж пальто. Куртка вот. Да, надо. Блин, не включи. Ну, максимально он снимал 50 минут и отключается. Видимо, это тут недалеко бежит наша следующая достопримечательность. А целиком не уход. Такого машин не было, людей, блядь. Не хочу. Что-то не видно. У меня уже губы стали пересыхать, я не хватает пяти и головы, да, и сейчас сниму, я разберусь со всем остальным. О, блин, птица. Водомер. Водометки. Как берутся одежды метки. Все грязнич. Это выворот с камнями. Свинокомплекса тут. А это вот тот путь. Вот это, да. Это уже идет. На. Ой, машина, я так этого шухи. Сам там пойдет женщина, ладно. Ну тут есть дед такой живет. Но уже не будет. Вот. Или кто-то на машине. Вот таких я боюсь. Вопросы появятся. Ну что, кто-нибудь когда-нибудь снимал эту местность? Для интернета. Вот она и будет, да. 30 минут. А у нас максимально 50. Еще надо на тухунскую тропу что-то оставить на тухунскую. Вот гонконская.
Хотя бывает, что тут кабаны бегают, кабан. Когда особенно осенью в октябре я хожу, сдается вопрос, куда ж меня уводит? Куда ж ты долго меня уводишь? А в какую глушь? Боже, в другой стороне, там леса. Ой, блин. Встань. Надо бы на помойках поискать. Может, здесь есть ломик. Ломика не увидел. Здесь где-то останки копыт тоже. Слушай. Так, ладно, растраты. Включусь, когда дойду до места. Жесткий способ преодоления препятствий. Шины. Прям символ всего утопающегося. А то, что я хотел, это уже совсем близко. Тут висит жучишка. Я думал, хотел его взять. Полосатенький. Нет ли денег? Ну вот когда увидел вот это, все. Так вот ничего такой хороший. Постирать бы. А все, не поносишь. Такой бывший. Так. А та замечательная вторая, которая шел, это уже все, кто здесь ходит, все знают, это крест на холме. Главное, чтобы сейчас кто-нибудь не пох... Вот он. Чего увеличивать, вот если я к нему подхожу? То ли военный самолет сбили, человек погиб, то ли еще, но... Кто? Бабка мне сказала какая-то, что это ставили на месте монастырей бывших. Снесено. Такой стул стоит. Стула не было. До этого зафоткаем, что для истории. Первый раз я не внимание не обратил, я шел туда к озеру, которое было Кайтока в 2008 году. Дед на лошади поехал, мать мне показала. Я обнаружил полозом дорогу, не добавил липовица, апрель. Для Тухунск. До Липовца в апреле. И для Тухунск. Да, удивительно. Тухунский мужик. Из-за. Тоха не думает, никто не знает. Здесь такой раньше сидел ангел куда-то дерево. Человек или в честь какого-то креста со всех сторон.
кусок между леса. Вон там горушка. Двое уже идут. Это с Власихи мимо свинокомплекса, где я. Там есть люди, оригинальный придуман способ. Да, чтоб крест на моем фоне. Или я на фоне креста. Что здесь люди все-таки ходят, краеведы, бородить. Есть запечатлевая трехмерно. Только трехмерность, то ли вот так на ноги по сторонам, то ли вот так. Извиняюсь, если что там он без боку. Меня не нахожу. Ворон, вот он. Другую она уходит. Тут подпилены. Тут другую она уходит туда. Вот туда. На власть. Она не встречала в 2013 году первый шум. Вот сама непосредственная дорога. Слипов на власть. Слипов с папоротей на липы. Вот плюсечка. Это нужно выходить на пространство, на просто себе. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Дорога на звезду. Чё твоя бабка сгинула там в этих топях? Иди туда же, пожалуйста. Электронная советка. Вот, какие лица.
Можешь обойти краешка, болотишко. Он увеличивает. Блин, у меня 10 минут, и он автоматом отключится. Не мог? Блин. Если по одной стороне идут две колеи, такие широкие между ними вот эти вот пригорочки, то вот в стороне надо мной идет лес. Надо еще назад идти, еще идти нормально, даже лесу. В общем, да, пока было. Снега таяли, тут была вода, но теперь здесь сух. Поэтому горкам ходить неудобно. Блин, думал, машина стоит, это сучок блестит. Вот так мы идем. Дорога на звезду себе на Васиху. Да, леса еще заболочены. Утки? Тетерка? Кто? Утка это. Ну и не очень удобно это. Если не почувствовал, мало кто-нибудь. Блин, освещение еще, но я еще не добрался даже, да. Даже папа у меня после ртали просто. Ну и где он тут мой пакетишку? Вот он там. И последний. Уже тень вечерняя. Так, у нас тут открывается вид. Вот такой сосновый лес. Вдалеке. Он вместе со съемкой заходит за солнце. Фу! Солнце заходит. 5 минут. Еще ближе. Вся Русь. Вот в этом кадре. У меня еще 2008 не снят, бля. В пасмурно. Так как же русские люди преодолевают половодье? В нашем. Они делают такую же из покрышек. Вот это я откуда пришел. И просто аккуратный телефон. Каждый устал, сколько его? 50 минут. Что только наш глушняк не горазд, какие только открыть самих себя он не несет.
мы прошли полосу препятствий, как в детском саду бегали по крутящемуся бревну. Вот это наше местное аборигены, так скажем. Аборигенничество. Лыжники у нас появляются. Это как бы достопримечательностью можно считать. Ветки такие уже глубокие. Ну, я думаю, на этом все. Это кто, собака или человек? То ли она с человеком, то ли нет. То ли она бегает с деревни в деревню, то ли она дикая, то ли нет. То ли за ней люди идут, я не знаю. Собака меня не пугает. Вот люди, которые за ней, мне стремновато. Ладно, не будем раздражать ее, мало ли. Побежит, она, судя по всему, мимо меня бежала в деревню, ну или где-то тут просто. Ладно, не будем собачку разбирать. Она на запад. Пускай бегает. Может, она с охотником, может, сама не... Ладно. Я думаю, на этом все.